Случившееся с Немоляевой потрясло, правду не успели скрыть. Театр имени Маяковского открыл 96-й сезон. На традиционный сбор труппы пришли все звезды, а их в ней целая плеяда. Чего только стоит Светлана Немоляева, которая служит здесь уже 59 лет. Цифры, конечно, устрашающие, но я как-то спокойно к этому отношусь, улыбается Светлана Владимировна. И примадонной, звездой, легендой я себя вовсе не считаю. Смущаюсь, когда про меня говорят «великое, гениальное». Немоляева призналась, что желтую прессу не читает, сплетнями не интересуется. «Мне кажется, про мою семью ничего такого и не пишут», – пояснила актриса. «Ни я, ни мой покойный муж, ни внуки никогда поводов, ни пересудов не давали, никуда не лезли». Внуки, как признается Немоляева, ее награда и надежда. «Я довольна тем, как сложилась их судьба», – говорит актриса. «Они оба пошли по той стезе, о которой всегда мечтали. От актерства я их никогда не отговаривала. Поэтому моя внучка Полина окончила ГИТИС. Теперь вместе со мной работает в театре Маяковского. Для меня это большая радость. Она часто со мной советуется по роли, образу. Мы обсуждаем ее работы. Ругать ее я не ругаю. Если что-то и предлагаю, то делаю это осторожно и деликатно». А внук Сергей мечтал о продюсерском факультете в ГИКа. Туда и попал. При этом сам, без всякого протеже с моей стороны.